День добрый, это Boston Technic. Сегодня у нас на осмотре Т-150 88 года. Полностью прошел капремонт, после этого еще не ездил. Сейчас поближе посмотрим. Итак, поближе. Полностью перебран двигатель, помыты форсунки, новая электрика, абсолютно новая резина. После этого он вообще еще не ездил. Все покрашено. Кабина. Кондиционера нет, но по желанию клиента его можно в принципе доустановить. Занимает порядка одного дня. Все узлы. Никаких запретов на регистрацию нет. Все нормально, документы в порядке. Два собственника. Сейчас пройдем в кабину. Салон также восстановили в рамках капремонта. Вот такая вот крыша герматиновая. Все, в принципе, удобненько. Так, ну и заводим. Завелся, работает. Приезжайте, смотрите поближе, приобретайте Boston Technic. Хорошего дня!